Всем привет, с вами канал Полипак, и сегодня у нас обзор на качество лодки Трофей 260. Давай, доставай тогда. Я достану. Весла у нас в комплекте есть. Да, в комплекте у нас есть. Это, наверное, под весла, да? Да. Два весла. Так, еще должен удлинитель на них быть. Ты иди, сядь вот сюда. Вот сюда сядь. Вот так, ага. Вот, два удлинителя. На, можешь вставлять? Сможешь вставить? Вот так вставляешь, вот так, смотри, папа тебе покажет. Видишь, где дырочка, вот туда нажимаешь и вставляешь потом. Кстати, из добротного алюминия сделано. Не тонкий, я бы сказал, что прикольно. На, вот вторую. Вставляй. Так, сама лодка тогда получается. Сама лодка. Это, я так понимаю, на весла, да, насадки? Да. Или нет? Нет. А, это, наверное, типа два конца сюда вставляются. Две части. Вот доски. Папа, да, отполированные, красивые. Но здесь есть какие-то вон за непомятости, как бы даже не полированные, как будто не прокрашенные. Ну ладно, доску бог с ним. Так, и сам насос, да, 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 да. Ну сам рюкзак, это, ну, он никуда типа не, вообще не покатит. Молодец. Клади вот сюда. Давай сюда. Да. Сам рюкзак никуда не покатит, с ним невозможно будет ходить. Он режет спину. Вот, еще что-то смотри. Здесь что-то еще есть. А, это ремкомплект здесь. Клей. И три вида, да, наверное? Да, три цветовых. У нас, наверное, серые. Я заказывал вроде серую или вообще черную. Не помню. Так, давай тогда весла вот туда сложим с тобой. Пока. И начнем качать лодку. Правильно? Давай, помогай, вытаскивать мне. Опа. Давай. Давай мы ее, знаешь, как лучше вот так все поставим? Вот так поставим ее. И вот так снимем. Держи. Давай, клади потихонечку ее. Вот. Все, готово, да? А, кстати, длина 2,60 должна быть, да? 260. Но это все равно делает уфимский завод. До этого была уфимка, она не очень качественная. Ты на один край садишься, когда, и она сразу тонет на этот край. Вот, решил заказать трофей. Так, тут что? А, все в защите. Вот подуклюжено, да? Ну да, в принципе, вот что-то надуем и начнем. Кстати, насос очень добротный, мощный, хороший. В принципе, качество швов очень даже хорошие. Я нигде не увидел трещин. Вот это под сиденье получается. А тут я немножко просто не сильно качал. Смысла сильно качать нет. Вот так. Ну вот какие-то есть такие, знаете, когда она полежала, видимо,
Непонятно, что это. Я думаю, что ничего страшного нет. Самое главное, это подуплюжено, чтобы она вся была проклеена, хорошо проварена. Прям таких явных каких-то косяков я не обнаружил. Ну, потертости есть, да, вот такие вот. Это не знаю, с чем связано. Я, в общем, напишу, конечно, про производителя. Что это и как это. Ну, еще мне не нравится... Это почему-то клапан. Почему травит клапан? Ты его открутишь, она сдувается. Это чем лечится, я не знаю. Буду, в общем, узнавать, спрашивать. Ну, такой вот, в принципе, я думаю, честный обзор получился у нас на лодку трофей 260. Всем спасибо, кто досмотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.